Ребята, всем привет! Снимаю влог по вашим запросам. И сегодня я не знаю, что буду толком делать, но я знаю то, что мне нужно поехать в Кондо, там поработать немного. Я, если вы не знали, потому что я знаю, многие предъявляют мне претензии, то, что я ничего не делаю, я не развиваюсь. На самом деле я развиваюсь, я уже почти прошла весь модуль. Два модуля, вернее, по курсам Тони Робинса, за которые я заплатила $3500. По окончанию курсов я буду коучем. В общем, вот такие новости. Помогать людям буду. Я об этом уже рассказывала в видео. Но девочки почему-то думают, что я ничем не занимаюсь. Я чисто тупо сижу дома и ничего не делаю. Английский я тоже учу. Занимаюсь я еще одним проектом. И еще одним проектом, о котором вы узнаете скоро, так что все нормально. Еще я не успела выложить новый влог со своего дня рождения, так к тому же такие комментарии опять. Девчонки, ну вы чего? Я не понимаю, вы пытаетесь меня пристыдить тем, что я там не как-то не так оделась по-вашему, или не так сделала прическу, или ржу как-то как странно. И вы, ну, многие пишут, что вот ты там одеваешься как не знаю кто, леопард, корона. Какая вам разница? Я одеваюсь, как мне нравится. В общем, я не хочу следить за европейской модой. Здесь, во Флориде, ее не понимают абсолютно. Не понимают вот эти балахоны, которые носят сейчас в России, в наших странах СНГ. Еще хотела немножко прокомментировать ваши комментарии. Не успела я выложить новый влог после своего дня рождения, так некоторые девчонки на меня напали о том, что якобы я одеваюсь как колхозница, леопард, корона и цыгане, и вообще я отстала и в 90-х. Девчонки, у меня все в порядке с самооценкой, и поверьте мне, вы не сможете ее никак испортить никакими комментариями, потому что я знаю, что я делаю. Я одеваюсь, как мне нравится, как я хочу. Я никого не слушаю. Я не следую какой-то там моде. Например, если я сейчас надену то, что модно в России, вот эти все балахоны, меня здесь вообще не поймут. Во Флориде меня засменивают. Во-первых, здесь жарко. Во-вторых, здесь нет той моды, которая в Европе сейчас. То есть во Флориде здесь не одеваются так, как у нас девчонки одеваются. Если бы я была в Москве, жила, или в Алмате, соответственно, я бы одевалась под стать Алмате или Москве. А здесь во Флориде так не одеваются. Я не буду так одеваться, вы уж меня извините. Хочу показать вам свой уход новый. Я уже показывала вам мою сыворотку от Lancôme Genifique. Это новая сыворотка, обновленная. И к ней я решила взять, так как мне очень нравится эта сыворотка, я решила взять дневной крем Lancôme Genifique и крем под глаза Genifique. Комфортно моя кожа чувствует себя, знаете, и нет такого ощущения, что на лице куча крема, который потом скатывается с тоналкой вместе. Крем этот хорошо впитывается быстро, и нету, знаете, такого эффекта жирности, пленки на лице. Еще взяла попробовать вот этот крем ночной. Он идет как маслянистый гель. Очень тоже мне нравится. Нету жирного эффекта, он хорошо впитывается. В общем, это вот то, что я сейчас использую для своего лица. Хотела показать сразу, что я заказала себе на ланч. Я вот пришла работать сюда, в Кондо, и заказала себе индийскую кухню. Это у меня палак панир. Там вроде как вегетарианский сыр. Огромную тарелку риса привезли. Я думала, не будет риса, поэтому заказала гарлик нан. В общем, очень много тут еды калорийной. Очень вкусно. Я так соскучилась. У меня прям слюнки текут. Ням-ням. Когда мы жили в Индии, мы постоянно это ели. А жили мы в Индии 2 раза по 3 месяца, кто смотрел мои старые влоги. Ну, и, как обычно, наслаждаюсь своим чудесным видом из окна и благодарю Вселенную за все, что со мной происходит. Самое лучшее. Сыр, вот так он выглядит. Индийский. Вроде как вегетарианский, если я помню. Как тофу. Вот, в таком вот в спайси соусе. Это типа, я так понимаю, шпинат и еще что-то. Карри. А, как вкусно. Еще у меня произошел шопинг неожиданный. В общем, так, по порядку. Amazon свитерок, Ботфорды Amazon, розовый свитер Amazon, черный ремень Amazon, балетки черный Amazon, белые балетки со стразами Amazon,
вот такие прикольные туфельки от Zara на маленьком каблучке. И еще идет замочек. О, не замочек, цепочка такая вот. Интересно очень смотрится. Модель необычная. Затем Amazon. Вот такой интересный пояс. Он смотрится как юбочка со стразиками. И платье. H&M скидки $13. К нему же такого же материала ободок черный. Посмотрим, я, может быть, ботфорды тоже закажу, такие же, только черного цвета. В общем, такой мини-мини-шопинг, смешная покупка, совершенная на Амазоне. Боксерские мини-перчатки в машину. Украин! Сегодня решила выгулять морскую свинку на природе первый раз. Вот этот вольер такой классный. Не будет убегать никуда питомец наш. И, кстати, я уже наблюдаю за ним несколько дней. Он такой спокойный. Она просто спокойнейшее животное. Намного, мне кажется, лучше, чем хомяк. 100 000 раз. Хомяк бегает, прыгает, носится. А вот морская свинка, она какая-то более релакс, calm, спокойненькая такая, да, Сара? Всем привет! Сегодня второй день съемок, и я сейчас собираюсь на фотосессию к своим друзьям. Фотосессия будет в стиле 20-х годов. Две локации, надеюсь, не пойдет дождь. Будет ретро-машина Тодда, очень старенькая, тоже 20-х годов. И будет фотосессия первая в кинотеатре. В общем, я сама себе делаю сейчас прическу, макияж в стиле 20-х годов и, в принципе, сама себя собираю. Такой у меня классный халат. В общем, кручусь, верчусь, не знаю, что выйдет. Смотрела сейчас ролики в YouTube, в Гугле, везде там. Как сделать макияж, прическу. В общем, не знаю, что выйдет. Посмотрим. Есть у меня вот такая штучка на волосы еще. В общем, первый образ готов. Я думаю, что получилось неплохо, да? Темные губы, темные глаза, мушка, всякие перышки, стразики. Интересно. Я уже жду не дождусь. Мне очень нравится. Класс. Второй образ я даже не знаю, какой будет. Придется все это снять. Наверное, как-то все это распутать и начесать на одну сторону. Потому что у меня будет бежевое платье. А сейчас будет черное. Со стразами. Может быть, найду еще меховую жилетку. Ну что, я приехала на место назначения. У меня еще вот такие бусы. Платье. И думаю, как бы очень интересно получилось, как вы считаете. Наверное, я одни бусики сниму и намотаю на руку. Посмотрим, у меня еще есть перчатки, так что образ вообще супер полный. Ира, покажи свой лук, я тебя снимаю во влог. Красотка. Ира блондинка вообще на самом деле. Всем привет! Вчера у нас съемки прошли очень хорошо, мы вот так устали, и я уже не стала снимать конец, чем все закончилось. Сегодня новый день, и я показываю продукты, потому что мы сегодня идем на лодке с друзьями. В общем, выбирали ресторан с закатом, чтобы был, ну, чтобы наблюдать закат, и все зарезервировано уже на пляж, везде, в общем. Поэтому мы предложили друзьям приехать к нам домой и пойти на лодке смотреть закат. Это самый лучший вид, и сделать пикник. Поэтому я поехала в итальянский магазин. У нас есть итальянский магазин, называется Mazara. Там продается уже готовая еда и разные деликатесы, которые я понабирала здесь на $130. Я вам сейчас покажу. Но первое, то, что меня очень сильно порадовало, это чипсы с трюфелем. Будем пробовать. Я знаю, Юля очень любит трюфели. Юля приедет с Клеем и Сил с Крисом Брауном. И мы будем вдвоем. И Сара с нами. Вот, затем я взяла прошутто, я взяла коппа, еще вот такая мясная нарезка. Я взяла паштет куриный. Здесь у меня два тортика, которые я уже покажу вам на лодке попозже. Надеюсь, не забуду. Каноли кейк, это вообще такой вкусный. Это что-то подобное с тирамису. Ой, вообще вкуснятина. Затем я взяла уже порезанный сыр. Затем я нашла долму. Ну, это не долма, это у них
по-другому немного называется, но суть та же. Мясо в фарш в виноградных листьях, уже готовое. Meatballs, готовые шарики. И eggplant пармезан. То есть там вот этот вот... я забыла, синий баклажан, баклажан и с пармезаном. По-моему, это уже тоже готово, просто разогреть. А нет, нужно готовить 15-20 минут в духовке, так что я перед приходом я поставлю в духовку. И вот еще бобы, фасоль готовая. Затем я взяла еще вот на нарезку голубой сыр. Взяла оливки, вот это классные оливки с косточкой. И взяла огурчики маленькие и артишоки в масле, очень вкусные. Шоколад итальянский, всякие вот хлебцик, сыру, камбуча. Камбучу еще одну я уже выпила. И багет. В общем, все это на $130. Вот так вот. Ну, сказать, что на шестерых это нормально. Я готова на лодку. Надела все-таки этот свитер. Он очень длинненький, закрывает мои чудесные шорты. Такие классные шорты, все прям спрашивают, откуда они. Они с китайского сайта, и я не найду сейчас с какого. Мне реклама в Фейсбуке попалась, я заказала их, и они где-то 2 недели мне шли, я не знаю откуда. Просто заказала, там, знаете, как оплачиваете, и он просто приходит все автоматически. Вот. Свитер интересный. Качество, конечно, не отличное, не суперское, но пойдет. Яркий зато. Зато я... Все у нас готово к пикничку. Юлечка пиццу принесла. Сара с нами, да, Сара, помаши. Вот они, наши тортики. Это канолики. И эспрессо. Тирамису. Yeah, sure.